Всем привет, всем привет, всем привет. У меня вот, знаете, такое хорошее настроение, что я решил вот просто выйти в Перископ и со всеми поделиться. Я вот нахожусь... Всем, да, привет. Короче, у меня вот сейчас какая хорошая новость. Мы вот... Это наш любимый офис. Вот, посмотрите еще раз, где мы работаем. Вот Алянка сидит в поте лица, трудится. Короче, ну как вы все знаете, у нас 30-го роспись. И вот до этого времени, ну короче, мы вот у нас на работе. Да, я похудел, это же в этом и заключается наша работа. Алеша, Давид, блин. Мы работаем в компании NL International. Новосибирск, привет. Вот из Новосибирска, кстати, привет передают. Привет, вот Новосибирск. Ребята из Новосибирска, да, тоже с нами работают. Вот. Да, это тоже из Новосибирска. Короче, мы вот в этом месяце закрываем квалификацию и получаем машину Mercedes C-шку в АМГ-пакете. Короче, зарабатываем денег. Я вот что хотел сказать, друзья. Я вот, у меня такое хорошее настроение. И, короче, я просто с вами со всеми хочу реально поделиться. Ну, в общем, мы пришли когда-то в компанию в нашу. Вот у нас что-то какие-то сомнения были. Конечно, возьмем. Пишите нам в WhatsApp 8-925-197-73-17. Ребят, короче, есть офигенная тема бабок зарабатывать, ну вот просто нереальными количествами. А, да, всем привет, Давид скоро будет. Мы возьмем, конечно, возьмем. Короче, у нас сейчас такая офигенная команда сформировалась. Ну вот мы очень быстро вышли на очень классные результаты. Давайте, короче, к нам подтягивайтесь. Кто у вас региональный директор? Ставропольский край, вот любой город, причем футболка четкая, спасибо, я знаю. Короче, прикол в том, что я могу вообще находиться в любой точке России, работать с любым населенным пунктом. Ну, короче, вот очень тяжело рассказать, что вот конкретно нужно делать. Вы напишите нам в WhatsApp, мы вас возьмем, и я вот, мне хотелось бы вот просто вам всем, ну вот кому могу, вот помочь, реально с нами в команде просто заколбасить очень много денег. Нет, продавать ничего не нужно, ну соответственно, да, нет, ДС, сейчас закрываем. Но я вот работаю всего третий месяц, а ты написала там тишина? А напиши еще раз на 8-925-197-73-17. Вот. Там Алянка, она вон там сидит сейчас с телефоном как раз. Там, наверное, просто много кого пишут. Вот. Образование не нужно. Но у меня вообще, короче, среднеспециальное и не за два неоконченных высших. Компания стоит на рынке функционального питания. Вот, 925-197-73-17. Нет, расписываться будем не в Одинцово, но отмечать будем в Одинцово. Короче, с нами в компании, вот я вам что хочу сказать. У нас, мы работаем вместе с Костей Дзюс, Расулом Мирзаевым. Нет, не обязательно быть из России. У нас открыто порядка 17 стран Европы, ближние страны зарубежья, Белоруссия, Украина, Молдавия сейчас открывается. Молдавия, да, супер, можно. У меня есть очень хороший, отличный менеджер в Молдавии, который поможет во всем разобраться. Возраст, ну есть паспорт, можно уже работать. 925-197-73-17. Волгоград, да, мы сейчас Волгоград планируем очень прям крепко так развивать. Ну, короче, я в первый месяц заработал, ну, где-то порядка около 80 тысяч, вот что-то такое. 19 лет вообще отлично, в 20 лет можешь вообще ни в чем не нуждаться, не зависеть ни от родителей, ни от кого. В Литва тоже, вот. Ну, в общем, второй месяц больше, третий месяц, ну, вот сейчас вот мы вышли на отличный доход. В Красноярске есть офис, у меня там мега-бомба структура, там у меня есть Яна, есть Турчина, Людмила Турчина, вот, есть Надежда, вот. Антон, да, ну то есть там очень хорошие ребята. Что делать надо? Да делать надо к нам в команду забомбиться и начать денег колбасить, вот.
Калининград подходит тоже супер. В магнитка, у меня в магнитке родственники живут. Ребят, короче, вот вы меня все, наверное, знаете, но я могу быть разный всякий. Но я вот, наверное, ну сам про себя скажу. Ну вот я от души же пацан. Ну да, да. Короче, и у меня всегда хорошее настроение. Я буду вот просто рад со всеми поделиться своим заработком. Ну, то есть, всем, чем смогу, всем помогу. Просто я сам убедился на своем опыте, насколько это круто вообще, короче, работает. Компьютер нет, не обязательно очень хорошо знать. И Уфа, короче, вот любой город, любая страна, пишите в WhatsApp 8-925-197-73-17. 8-925-197-73-17. Владивосток тоже большой-большой привет. И Эстония. Привет, Эстония. Да, я добрый дружок. Да, спасибо. Нет, деньги не надо вкладывать. Короче, смотрите, просто есть реально вариант. Вот сейчас вот в момент кризиса, ну, фиговая такая обстановка в России. И вот, ну, фишка в том, что есть мы, которые будем с вами вместе работать. Я бы хотел бы вообще бы в своих партнерах видеть, вообще в своей команде, вообще вот всех вас. Вообще всех вас. Сколько стоит одна пачка? Одна пачка чего? Пачка сигарет, не знаю, я не курю. Короче, давайте смотрите как. Вы напишите нам сейчас в WhatsApp, мы вам сейчас всем все ответим. У меня есть еще, ну, у нас в профиле номер телефона. Новосибирск, еще раз привет. Вот у нас еще ребята из Новосибирска. Новосибирск, привет. Да, только, короче, приехали. Вот, и Чита, привет, и все. Если нет WhatsApp, ну, смс-сообщение напишите на этот же номер. Написали? Вот, все, короче, ждем. Сейчас будем вам отвечать. Всем пока.